Так, всем привет. Сайт Сачанка Биз. Меня зовут Игорь. Сегодня мы поговорим о таких объектах в Cinema 4D, как HyperNURBS. Для чего они нужны и что с их помощью можно делать. Итак, переходим во вкладку HyperNURBS и выбираем первый объект, который, в принципе, так и называется. HyperNURBS. Теперь добавим какую-нибудь простейшую геометрию в сцену. Например, куб. Так, сейчас немножко подвину камеру, чтобы было лучше видно. Вот он, куб, такой куб. И закидываем его в HyperNURBS объект. Куб стал сферой. То есть HyperNURBS сглаживает вашу геометрию. В настройках вы можете выбрать в пункте Subdivision Editor количество подразделений, количество полигонов. Можете сделать объект как более угловатым, так и более сглаженным. В принципе, это вся функция HyperNURBS Object. Едем дальше, опять заходим в эту вкладку, выбираем Extrude NURBS. Extrude в переводе с английского означает выдавливание, то есть этим инструментом пользуются для выдавливания фасок, выдавливания граней. В принципе, чаще всего его используют для создания каких-то объемных текстов, объемных вещей из сплайнов. Посмотрим на примере. Зайдем во вкладку сплайны и выберем текст. Как всегда, он повернут вверх ногами к камере. Разворачиваем камеру и закидываем объект текст в Extrude NURBS. После чего текст приобрел объем. Собственно, в отличие от прошлого объекта, здесь можно выбрать сам текст, написать то, что вам нужно, выбрать необходимый шрифт, настроить высоту, спейсинг, то есть промежуток между буквами, между абзацами. Переходим в Extrude NURBS. Опять же, стандартные для всех объектов HyperNURBS параметры – это количество subdivisions, то есть, опять же, подразделения на полигоны. Здесь вы можете выбрать глубину выдавливания, то есть сделать текст, ну, не только текст, любой объект, более или менее объемным. Во вкладке Caps, на русский переводится как крышки, хотя, наверное, правильнее было бы перевести фаски или что-то подобное, вы можете выбрать фаску для объекта, то есть сделать его более гладким, более скошенным, так как вам больше нравится, и настроить его. Сделать более скругленной, более угловатой, настроить ее размер, радиус и так далее. Это действует для лицевой фаски и для обратной. В пункте Fillet Type вы можете выбрать тип фаски. Особенно хорошо это видно на... Нет, допустим, здесь не так видно. Так, давайте немножко подвинем камеру. Так, Fillet Cap, Concave. Вот, например, фаска, вдавленная внутрь. То есть, в принципе, этим можно пользоваться не только для создания текстов, но и для выдавливания любых сплайнов. Возьмем, например, сплайн цветок, закидываем его сюда же в Extrude NURBS, получаем приблизительно такой же результат. То есть, в принципе, довольно полезная и удобная штука. Едем дальше. Latte NURBS.
для чего нужно, с чем это едят. Этот модификатор оборачивает сплайн вокруг себя, вокруг своей оси на заданное количество градусов, ну, по умолчанию на 360. То есть, как это выглядит, сейчас покажу на примере. Для чего нужен? Для создания различных скругленных геометрических объектов. Это различные лампочки, бутылки, банки, все, что имеет, вазы, чашки, все, что имеет более-менее правильную скругленную форму. Как этим пользоваться? Итак, добавили объект latte nurbs в диспетчер объектов. Перейдем, например, во фронтальный вид. Вид спереди. И нарисуем, например, какую-нибудь вазу или банку. Не знаю, что в принципе сейчас получится. Возьмем Bezier Spline. И вот здесь, где-то приблизительно по центру, будем рисовать. Так, ну, получилось, наверное, что-то мало похожее на вазу, но сойдет. Берем сплайн и забрасываем его в Latte Nurbs. Возвращаемся в трехмерную проекцию, отодвигаем камеру. Вот мы видим, что у нас получился трехмерный объект. В чем удобство применение Latte Nurbs? В том, что сплайн можно продолжать модифицировать так, как вам удобно. Вместе с ним будет модифицироваться объект. То есть выбираем необходимую точку сплайна и сдвигаем ее в нужном направлении. Вот в итоге из какой-то, ну, просто бесформенной фигни получили вот такой вот красивый кувшин. Если на него еще кинуть какую-то красивую текстурку, добавить свет, ну, будет довольно такая неплохая композиция. Кстати, сразу, наверное, уйду немножко не в ту тему, но покажу еще один прием, как таким вещам можно добавить толщину. То есть по умолчанию Latte Nurbs создает такие плоские штуки, которые не имеют толщины. В реальности же все эти вазы, чашки, банки, склянки и прочее не бывают плоскими, они не могут быть 0 сантиметров. Для того, чтобы добавить толщину, нам нужен тег Cloth Nurbs из меню Simulate Cloth. Добавляем его в объекты и внутрь него закидываем Latte Nurbs, после чего выделяем Cloth Nurbs и в вкладке Thickness, толщина, ставим ту, которая нам необходима. Теперь объект более правдоподобен, так как вот при увеличении это очень хорошо заметно, так как он имеет объем. В принципе, к теме сегодняшнего урока это никакого отношения не имеет, но так, домохозяйкам на заметку. На всякий случай, мало ли пригодится. Так, возвращаемся к нашим Latte Nurbs. Заходим во вкладку Object, настройки, и смотрим, что здесь есть. Во-первых, это угол оборота. То есть наш объект не обязательно замыкать. Можно выбрать произвольное количество градусов, на которые будет оборачиваться сплайн. И тогда, соответственно, объект будет виден в разрезе. То есть, например, если мы выберем 180 градусов, вот от объекта останется ровно половинка. Ну, может быть, для чего-то это будет полезно. Опять же, subdivision, то есть количество полигонов на ваш объект, насколько он будет скруглен, или наоборот, насколько он будет угловатый. То есть, в принципе, вы можете создать вот такой вот красивый четырехугольный сосуд. Тоже
Очень неплохая штука. Movement отвечает за сдвиг полигонов относительно друг друга. То есть финальный последний полигон будет не совпадать с первым на заданное количество сантиметров. То есть в итоге вы получите вот такое вот какое-то творение в стиле Дали, наверное, я не знаю, как это назвать. На самом деле мне ни разу не пригождалось, но может быть кому-то понадобится. В принципе, похожий параметр scaling, только в отличие от movement, сдвига scaling, увеличение, соответственно, увеличивает полигоны относительно друг друга. Опять же, последний полигон будет увеличен на заданное количество процентов относительно первого. Тоже позволяет создавать такие довольно футуристичные вещи. По умолчанию, кстати, здесь стоит 100%. Опять же, вкладка Caps, которая позволяет делать абсолютно то же самое, что и с остальными объектами HyperNURBS, поэтому зацикливаться на ней и повторять уже пройденное не будем. Перейдем к следующему HyperNURBS объекту. Так, следующий объект это Loft NURBS. Значит, для чего он нужен? Loft NURBS позволяет создавать геометрию, геометрические объекты из перетеканий между сплайнами. То есть, как это выглядит. Давайте посмотрим. Добавляем объект Spline Rectangle. И добавляем еще один Spline Rectangle, то есть два квадратных сплайна. Разнесем их на какое-то расстояние друг от друга и изменим форму одного из сплайнов. То есть сделаем его, например, чуть более вытянутым по отношению к первому. Теперь закидываем оба эти объекта в Loft NURBS. Мы получаем между ними вот такой вот коридор. То есть фактически получаем геометрическую фигуру. Объектов не обязательно должно быть два. То есть, например, между двумя этими rectangles мы можем ставить circle, круг. Передвинем его в середину и получим вот такой вот плавный переход. После чего мы можем играться как угодно размерами объектов, их расстоянием относительно друг друга. Тоже касается и вновь созданного нашего центра. Можем создавать вот такие вот изогнутые штуки в разные стороны и получать какие угодно, в принципе, геометрические фигуры. Возвращаемся в Loft NURBS, заходим в Object и смотрим, что у нас здесь есть. У нас опять же есть Subdivisions для уменьшения и увеличения, для регулирования количества полигонов по горизонтали и по вертикали. Есть такая опция Organic Form, которая позволяет создавать более плавный, более красивый геометрический объект. Есть функция Loop, которая этот самый объект делает бесконечным. Ну, то есть, фактически, его повторяет. С ней можно тоже поиграться. То есть, получить то, что нам необходимо в результате. И функция... Сейчас вернем немножко на родину наш объект. И функция caps, которая, как и в остальных объектах-модификаторах HyperNURBS, позволяет создавать фаски. Позволяет создавать фаски в начале и в конце получившегося объекта. Опять же, не буду на этом зацикливаться. Переходим к следующему объекту. Это Sweep NURBS. Sweep NURBS позволяет
впустить один сплайн вдоль другого, то есть по заданному пути. Для чего это чаще всего нужно? Чаще всего это пригождается для создания каких-то ленточек, радуг и прочей вот такой вот изогнутой материи. Как выглядит? Смотрим. Создали объект Sweep NURBS, добавили его в диспетчер объектов. Создадим какой-либо объект, ну, например, без разницы что, например, тот же rectangle, квадрат. Перейдем в вид сверху и нарисуем для него путь. Возьмем тот же инструмент Bezier Spline и нарисуем для него какой-нибудь вот такой вот красиво изогнутый путь из трех точек, например. Возвращаемся в нашу трехмерную проекцию. Можем немножко сплайн изогнуть вверх. И теперь добавляем Sweep NURBS Rectangle. И сюда же добавляем сплайн Sweep NURBS. Так, что у нас получилось? У нас получилась ахинея, собственно. Почему? Потому что сначала у нас идет сплайн, а потом идет rectangle. То есть вот этот вот первый сплайн программа пытается обернуть вокруг квадрата. Должно быть наоборот. Ставим rectangle на первое место. Ну, получаем уже что-то более правдоподобное. Осталось, наверное, только изменить размер квадрата. Вот, и мы получили, в принципе, вполне такую ничего себе симпатичную, ну, правда, слегка квадратную, поскольку мы выбирали квадрат, ленточку. Значит, заходим, как обычно, в Object, смотрим, что нам предлагается в разделе настройки. Ну, в разделе настройки нам опять предлагается количество subdivisions, подразделений. Его мы, в принципе, не трогаем, оставляем так же, как оно было. End scale. То есть позволяет изменять масштабирование в конце объекта. Сделать его, например, хвост ленточки сделать более тонкий или более толстый по отношению к ее началу. 100% это, соответственно, равные значения, больше или меньше, ваш сплайн будет сужаться или расширяться. End rotation. Ну, как понятно, это поворот окончания сплайна. То есть ленточку можно крутить как угодно. Start growth и end growth позволяют задавать анимацию роста. То есть, например, ставим start growth на 0%. Задаем здесь ключ, передвигаем анимацию, допустим, на 50-й кадр, ставим Start Growth на 90 и задаем еще один ключ. И смотрим, что у нас получилось. Так. Вот так. Вот так будет правильнее. Вот ленточка анимируется, она сокращается. Может быть, для анимации каких-то объектов это будет полезно. End growth, в принципе, то же самое, только для окончания сплайна. Сокращает его с конца. Так, сейчас удалим ненужные ключи. И посмотрим, что можно сделать еще. Здесь есть такая вкладка Details. По умолчанию она свернута. Можно развернуть ее щелчком мышки. И вот здесь, вот, в принципе, скрывается самое интересное. Что можно делать с этой созданной ленточкой?
Как видите, здесь вот такая вот кривая, чем-то напоминает инструмент Curves в Photoshop. Ее можно сдвигать, и в зависимости от этого в пункте Scale будет изменяться размер нашей ленты. То есть можно изменять его не только в начале и в конце, можно изменять его в середине. Для этого нужно щелкнуть с зажатой клавишей Ctrl в центре нашей кривой и масштабировать ленту так, как захотим, так, как нам удобно. То есть получаем вот такой вот, в принципе, вполне органический объект. То же самое касается пункта Rotation, поворот. Можно вращать относительно друг друга начало и конец сплайна, можно кликнуть с Ctrl по кривой, поставить несколько точек и заворачивать ленту так, как нам это нужно. Желательно перед этим снять флажок, который у меня 14-я версия Cinema 4D, он здесь почему-то стоит по умолчанию. Это Use Rail Scale и Use Rail Direction. Если эти флажки установлены, программа будет пытаться сохранить направление и сохранить размер сплайна в одной плоскости. То есть фактически повороты будут выглядеть немножко искаженно. Поэтому эти флажки перед поворотом и изменением размера можно снять. Так, со Sweep NURBS в принципе все. Можно удалять этот объект. У нас остается удалять этот объект. У нас остается последнее, это Bezier NURBS. Добавляем его в сцену. В принципе, честно говоря, не знаю, для чего он может пригодиться, потому что это вот такая вот плоскость, которую можно искажать по точкам. То есть выбираем инструмент выделения точек, выбираем инструмент, например, перемещения, и ее можно вот так вот сгибать, выгибать, как вам нравится. Вполне возможно, что это пригодится для создания каких-либо sheets of paper, типа листков бумаги, парусов, чего-нибудь такого. В принципе, вот такой вот хитрый последний инструмент. Ну, в принципе, на сегодня все. Инструменты из группы HyperNURBS мы разобрали. Будет здорово, если этот урок вам действительно пригодится. Вы будете моделировать что-то крутое с помощью этих инструментов. Ну и всем пока. До встречи.